Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников с описанием по книге «Великие музеи мира» Рембрандт Харвенс ван Рейн и «Иеремия, оплакивающий разрушение Иерусалима». 1630 год, а дерево масла 58/46. Рембрандт часто обращался к сюжетам из Ветхого Завета, дававшим богатую пищу его художественному воображению. Человеческая жизнь со всем ее земным прахом, но окрашенная и приподнятая постоянным присутствием Бога – вот тема библейских картин мастера. В данной он изобразил Иеремию, оплакивающего разрушенный, как и предсказывал пророк, Иерусалим. Пророк сидит на каменном склоне, позади которого видны развалины города. Удивительно, как еще молодой живописец Рембрандт на момент создания работы, ему было 24 года, сумел передать усталость и отчаянно пожилого человека, чувствующийся потяжелевшей фигурой Иеремии, в том, как он подпер рукой голову в невидящих от слез глазах. Это один из тех ранних образов старых людей, которые автор писал до конца своих дней, любуясь старостью, как кладезем красоты и знаний. Иеремия Рембрандта, мудрый, красив, на его облике лежит отсвет божественного сияния. Вот такое описание к работе Рембрандт Харвенс ван Рейн и Иеремия, оплакивающие разрушение Иерусалима. 1630 год. Пока-пока, до свидания.